Друзья, всех вас приветствую. Когда я был в Арканзасе, я познакомился с одним замечательным человеком, его звать Михаил. Это посвященный голубятник, человек, которого еще подобное не встречал. Очень любит голубей, и у него очень много голубей. Он и мастер, как говорится, по ремонту машин. Значит, он мне показал своих голубей, я был впечатлен. У него особые породы голубей. Голуби вообще это хобби моего детства. Я бы и сейчас не против их держать, заняться, если была возможность. Но я думаю, даст Бог, решится этот вопрос. В общем, я заснял пару фрагментов, несколько минут. Я особо не снимал там, потому что просто я любовался этими птицами. Ну и немного, пару минут буквально поснимал. Хочу и с вами поделиться. Возможно, для вас это будет интересно. Красавцы. Это у меня порода, которая как дроппельс называется. Когда я опускаю дайверов, запускаю, а то я их не пускаю на улицу просто. Они как бы больше такие низколетные, так и больше, знаешь. Угу. Это я же покажу как. Здесь у меня вот эти бабочки дайвер. Самая легкая в мире для лета птица. Легче не бывает. Молодняка много, да, пескунов? Да, очень много. Сейчас они подымут, когда, знаешь, потом, когда сейчас против ветра, ты не видишь тут фан конкретно, как именно, когда без, чуть меньше ветра, они поднимаются в точку, поднимаются, и потом они падают просто с звуком, реактивный звук, просто 150 миль в час. Ничего себе.